Здравствуйте, дорогие друзья! Это реабилитационный центр для выброшенных собачек Кабулети Батуми. Здесь нам, значит, у нас сейчас находится собачка. Она была спасена недавно. То есть это у собачки инфекционное заболевание. Она кашляет и более того, у нее чума подтвержденная. Вот такие медикаменты нужны этому подросточку. Будем благодарны за вашу помощь. Кто хочет помочь, может купить эти медикаменты, связаться с нами по WhatsApp, и мы заберем эти медикаменты для этого подростка. Либо можете перечислить любую сумму на наш официальный счет. Спасибо вам большое заранее. Это реабилитационные центры для выброшенных собачек Кабулети Батуми, где работают только два волонтера-учителя из сотни собачек на территории. Спасибо вам большое заранее.